Меры по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности субъектов Северокавказского федерального округа обсудили на совещании в Ессентуках. В нем приняли участие полпред президента России ВСКФО Сергей Меликов, министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов и руководители органов исполнительной власти субъектов округа. Дагестан на совещании представляли председатель правительства Мусамат Гамидов и вице-премьер, министр экономики и территориального развития Райдюн Юсуфов. В своем выступлении Сергей Меликов отметил важность организации антикризисной деятельности в регионах СКФО. Говорили и об укреплении общественной стабильности, повышении уровня доверия граждан к власти. Об этом говорит и председатель правительства, об этом говорит. И мы сегодня ведем речь об этом, что антикризисные меры, направленные на стабилизацию социально-экономического положения в нашем регионе, должны быть направлены прежде всего, еще раз повторюсь, на недопущение снижения уровня жизни населения при наличии определенных проблем и трудностей для него, а направлены на выход из этих затруднительных ситуаций. Абдусамат Гамидов сообщил, что распоряжением главы республики создана комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности республики. Она уже приступила к разработке двух планов – антикризисного и по содействию импортозамещению в промышленности и в АПК. Руководитель Министерства по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов отметил ряд основных моментов в этой области. Это развитие малого и среднего предпринимательства, формирование благоприятной для ведения бизнеса среды. Вопрос. Важно дать возможность бизнесу, все-таки у нас это в СКФО очень приоритетно, выйти из тени. И за счет мотивации по дополнительным возможным льготам, и вопрос доступа к госзаказам, и вопрос защиты от возможных всяких надзорных и контролирующих органов и так далее.